День памяти и скорби на площадке у Аллеи пионеров Ленинского мемориала в 6 вечера выступит Ульяновский государственный оркестр русских народных инструментов под управлением заслуженного артиста России Евгения Федорова. Мы посчитали, что тот праздник, который празднует вся страна, это День Победы. Это как заключительный этап Великой Отечественной войны. А вот начальный этап мы как-то многие стали забывать. И поэтому у нас идея возникла людям напомнить, что 22 июня – это тоже день, который нужно всегда помнить. В концерте примут участие заслуженная артистка России Вера Чиркина, заслуженный работник культуры РСФСР Николай Лемаев, заслуженный работник культуры Владимир Самарев и другие солисты филармонии. Я часто выхожу, вот сейчас уже на сцену, я даже вот перед ветеранами, я им говорю, вот всегда уже, знаете, что вы такое совершили, что мы еще не ценили до конца, что они для нас сделали. И делаемся сентиментальными, вот я уже вот не могу даже об этом говорить, вот как бы надо сказать, мужество, все на так, это. Но я восхищаюсь всегда, горжусь то, что я принадлежу такому народу. В программе прозвучат песни, созданные в дни войны, такие как «Смуглянка», «Ехал я из Берлина», «На солнечной поляночке». Перед концертом будет проведена акция «Свеча памяти», где каждый желающий сможет зажечь свечу в честь своих родных, воевавших на фронте или погибших в Великой Отечественной войне. Ирина Антонова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.